Всем привет! Вы смотрите канал «Мошенники звонят по телефону». Наливайте чайку, кофейку. Ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Все это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Приятного просмотра. Алло, Руслан, здравствуйте. Слушаю вас. Меня зовут Виталий, я являюсь официальным представителем компании «Газпром». Звоню вам, кстати, на вашей регистрации в государственном проекте. Запоминаете? Ну, конечно, утром реклама выскочила, тест пройти от «Газпрома». Конечно, помню. Верно, сегодня вы регистрировались. Вот. Утром, сегодня, я сказал, ну... Что-что? Вы можете чуть-чуть погромче говорить? В государственной программе. Я говорю, вы себя зарегистрировали в государственной программе. Так как хотели именно государственная программа, я слушаю вас, а я помню «Газпром». Критерии, да. Критерии? По которым мы можем подбирать новых клиентов. Но. Вот. Смотрите, для начала вы мне скажите, Руслан, ваш полный возраст? Мне 36. Хорошо, а также гражданином какой страны вы являетесь? Россия, естественно. Хорошо. Так, хорошо. Скажите, Руслан, на данный момент вообще в какой сфере работаете? Коммерческая деятельность. Я могу инвестировать. Угу. Хорошо. Вот. И на данный момент, соответственно, ваш доход месячный какую сумму составляет примерно? Не пойму, почему тут мой доход? В смысле? Ну, в прямом. Смотрите, поскольку вы в дальнейшем будете работать не один, а с экспертом, и? Соответственно, для того, чтобы в дальнейшем вы могли составить бизнес-план вместе с вашим экспертом, необходимо знать также ваш доход. И нет, что, доход знать не необходимо. У меня есть свободных 200 тысяч, которые я готов инвестировать. Мой доход может быть 300 тысяч, а я готов инвестировать 10 тысяч. Хорошо. И наоборот. Вот, соответственно, понимаете? Сколько бы вы хотели дополнительно? Нет. Зарабатывать помимо вашей зарплаты на данный момент вашего дохода. Я не зарабатываю, я хочу инвестировать, приобрести ценные бумаги компании. А? Нет, я еще раз. Я хочу инвестировать, понимаете, инвестировать. Не зарабатывать, а то, что уже заработал. Инвестировать с какой целью? Чтобы цель сохранения. Цель сохранения в первую очередь. Ну, инвестирует не с целью сохранения средств, а с целью такой, чтобы на этих средствах заработать. На средствах чтобы деньги работали на вас, Инвестируют все по-разному. Понимаете? Я инвестирую, чтобы хранить средства, которые я уже заработал, не в валюте, а в ценных бумагах и бондах компании. Понимаете? Ну, смотрите, вы будете работать на международной бирже. Меня интересуют акции российских компаний исключительно. «Газпрома», «Сбера». Я вам говорю о том, что нет. Смотрите, Руслан, в смысле, нет. Вы ставите условия, да, я прихожу с деньгами. В смысле вы будете? Вы вот услугу оказываете. Клиент, Руслан. Руслан, вы понимаете? Клиент. Вы обслуживающий персонал. Вы свои условия. Нет, я не обслуживающий персонал, это понятно? Вы нет, это не понятно. Вы обслуживающий персонал. Вы оказываете услуги. Вы что клиент нет? И не более того. Понятно это? И вы свои понятно, тут, то, что я сам буду решать, как я буду работать. Понятно это? Я еще раз. Нет, Руслан. Нет, тогда вы ошибаетесь. Тогда ваша компания меня не устраивает. Нет, это вы тогда не устраиваете нашу компанию. Хорошо. Живите с этим. Если вы пришли за помощью... Значит, слушайте, какие условия у нас есть сотрудники. Помощь от вас? Так, что вы мне сложно от психологического уровня. Так, а помощь от вас? Такой не нужна. Руслан, почему вы сами тогда сейчас не инвестируете? Объясните мне. Ну, вы останетесь неведением. Если вы настолько умны. Вы останетесь неведением. Что? Кого позвать? Так может быть, вы просто сейчас на словах такой на самом деле умный? Если взять, то вы, соответственно, намного хуже, чем на деле. А на деле с гарнитурой не сижу, не звонилка, конечно. На деле. При чем тут звонилка? Объясните. А при том, что, вы звоните по заявке. Руслан, вы сказочник, еще раз говорю. Работайте ртом.
А я прихожу в компанию инвестировать. Я прихожу с деньгами. А вы я сам решаю, какие условия. На работе? На работе, задницей. Вы скажите сам, вы понимаете, этим что вы как лоб выглядите. Скажите сам такой. Чего такая стрелочница, я не пойму, тупая? А почему вы так разговариваете? Что у вас случилось? Потому что вы стрелочница. Я вам сказал, что вы по факту конструктивно работаете ртом. Вы звоните по заявке. Понимаете? И что? И я так сам и зарабатываю в этом больше, чем вы, понимаете? Да, конечно, конечно, да. Это конечно, видно. Руслан, конечно. Конечно. Что вам видно и слышно? Объясните. Ага. Да. Я слышу, что вы сейчас стоите в магазине и скупляетесь. Вот что слышно. Ага. Скупляю. Денег скажите, хватает вам на то, чтобы сейчас купиться или нет? Что я делаю? Еще раз. Денег вам хватает сейчас или нет? Объясните мне. Еще раз, что я делаю? Скупляюсь? Я говорю, денег вам хватает или нет? Объясните мне. Понятно все, да. Или вы все-таки сказочник, Руслан? Дура, а что ты побираешься? Ты хохлина позорная, салоед. Скупляетесь. Я говорю, Руслан. Ах ты позорная. Я говорю, денег, слушай, хватает, все. Руслан, дура. Руслан не подает. Все, Руслан. А, Руслан дура? Не, Руслан не подает. Ну, Руслан дура, так Руслан дура. Дура это тот, у кого скупляются. Это Руслан. Дура, Руслан ты, это русский, дура, правильно. Дура, ты русский язык выучи для начала, Руслан, понимаешь? Это дура, верно. Дура, вот ты спалился. Ну, я же ртом не работаю, дура. Как вы. А то вы и задницей работаете, дура, и ртом работаете. Дура, скажи сам такой, стрелочница позорная, скупляются, блядь. Сало ест. Слушай, а ты сало любишь, а что дура? У вас за акцент такой, Руслан? Дура, ты сало любишь. Ты стрелки не переводи. Любишь сало, да? Да. Мивина, цибуля, сало, да? Что ты любишь еще раз? Я люблю вот таким, как вы, вот, да, чтобы вы ртом работали. Да, да, серьезно. Да, дура, ты скажи сам такой. Ты что, если как клоун, блядь? У тебя своего сказать нечего. Стрелочница голимая. Так а что ж такое, Руслан? Обратились за помощью, а денег-то нет. Работаешь ртом ты, понимаешь? Ты побираешься, Руслан, у тебя скупляют. Обратились за помощью, а денег нету. Ну так слушай, а я что вообще жрать за помощью, есть? А денег мивина, нет. Цибуля, там сало есть. Слушай, а свет есть вообще нормально? Мозги все? Твои есть, вот ложечкой кушаешь. Дура, а что ты на ты перешел? Уже доел последние свои черепушки. Подгорело, да, салоед. Ах ты, так, попрошайка нет, позорная. Руслан, у тебя же подгорело. Ну что ты, у тебя же. Да ну, скажи сам такой, дура. Стрелочница тупая. Живешь конечно, конечно. И да, еще что-то ты, будешь рассказывать, без Руслан. Света, да, без света сижу, как ты прям. Алло. Слушаю. Руслан, здравствуйте. Слушай. Меня зовут Чехалов Андрей, я финансовый менеджер проекта «Газпром Инвест». Так. По поводу вашей заявки, помните, оставляли? «Газпром Инвест». А, ну я, да, тест проходил, я помню, да, от «Газпрома». Да. Вот я как бы вам и звоню, да, по поводу. Скажите, а с вами ранее уже кто-то связывался? Да я так не припомню, вроде нет. Я недавно ставил. Недавно, то есть я, наверное, первый случай, да? Хорошо. Что? Просто я говорю, может, до меня кто-то уже с вами связывался из менеджеров, поэтому и узнаю. Ну, если бы, наверное, связывались, я бы, наверное, как бы общался и помнил бы это, а так нет. Все, я понял. Хорошо, скажите, ранее, вообще уже ознакомились с какой-то информацией, в принципе? Что вы имеете в виду? Что? Громче. По поводу инвестиций. Какой-то информацию ознакомливались? А с какой мне надо было информация ознакомливаться по поводу инвестиций? Вы проходили тест, да? Ну. И дополнительным заработком. Если заявку, вот вам звонит менеджер. Ну я слушаю вас, если да, мне звонит менеджер, я вас слушаю. Все, я понял, хорошо. Ранее у вас какой-либо опыт был в этой сфере? В какой сфере инвестиций? Да. Ну, смотря что вы имеете в виду. Квартиру покупал, чтобы сдавать инвестиции? В каком-то роде, да. Ну, я не знаю, об этом говорю, да, я говорю... А о чем? Что? А о чем? Финансовый рынок, заработок в интернете. Меня заработок в интернете не интересует. Я уже заработал, хочу инвестировать. Меня интересуют ценные бумаги компании. Так это и есть, правильно. Ценные бумаги и компании?
Да, ценные бумаги компании. А это что, не финансовый рынок, ценные бумаги компании? Финансовый рынок. Я вас не понимаю, в каком смысле вы говорите ценные бумаги компании? Хотите инвестировать, хорошо. Вы хотите только на акции ценные бумаги инвестировать? Угу, совершенно верно. Это не совсем корректно, я бы сказал, так как вы всегда... Ну, я думаю, если я прихожу с деньгами, я сам решаю, что корректно, что нет. Ну как, правильно понимаю? У вас опыт вывода на эфире, скажите мне. Мне в институте преподавали биржевое дело. Я понимаю, в чем разница между акцией и облигацией. Понятно? Я ж не говорю, что... Я вам не за то говорю. Я говорю, у вас опыт какой-либо был в данной сфере? Я же сказал вам, что я не инвестировал. Ну, так вы говорите, что вы сейчас знаете лучше, да, что хотите ценные бумаги. Я понимаю, что вы хотите ценные бумаги, да, но так как у вас опыта нет, вы не знаете, куда лучше будет. Да, да, именно для этого у нас есть специалисты в компании, команда аналитиков, которые анализируют рынок и знают, что будет наиболее выгодным. Ну, я не собираюсь верить каким-то специалистам на слово. Я буду инвестировать туда, куда я хочу. Понимаете? Потому что это мои деньги. Что еще раз? Правильно. В смысле, что мне? Мне ничего не мешает. Я же сказал, ценные бумаги компании интересуют. Вы не услышали, что ли? Я же вам вначале сказал. Ну, так мы акциями занимаемся. Акции, да. Мы работаем на весь спектр, это биржа. Диверсификация рисков, когда вы распределяете все свои активы не на один какой-то актив, да, не на акции, ценные бумаги, а на несколько разных активов, на весь спектр рынка. Да, на товарный рынок. Да, да. Это хорошо. Не, я сначала в акции вложу и все. Смотрите, когда вы укладываете что-то одно, вы себя никак не обезопасываете, да? Ничего страшного. Я думаю, это будут мои проблемы. Я просто не понимаю, зачем тогда зайдете, если можно зарабатывать без рисков. Что-что? Когда вы можете громче? Когда вы инвестируете, вы слышите меня нормально сейчас? Я попросил вас громче говорить. Сейчас я слышу, да. До этого вы как что-то под нос себе, вот. Понимаете? Поэтому как бы я говорю вам, что когда вы инвестируете на весь спектр, да, это самая диверсификация, что это такое? Я это услышал. Я сказал, я буду инвестировать только в акции «Газпрома». Потому что это уже будут мои проблемы, если что-то будет не так. Согласны со мной? Я просто не понимаю тогда, зачем... Ну, вам и не надо понимать. Значит, не надо мне понимать. Я как бы звоню вам, да, предлагаю услуги компании. Да, вы оставили заявку. Значит, мне если не надо понимать. Если вы предлагаете услуги компании, вам объясняют, интересуют только акции, и все. Вы оказываете услуги, вы обслуживающий персонал. В чем проблема? Если вам клиент говорит, что он хочет инвестировать в акции, значит в акции. Все. В чем проблема? Я буду перед менеджером каким-то сейчас объясняться, почему именно в акции, больше никуда. Что-то я вас не понимаю, молодой человек. Я вас не понимаю, молодой человек. Понимаете? Только в акции это ненормально. Да, нужно заработать на весь спектр, как мы работаем. Мы работаем на весь спектр рынка. Короче, проще. Через вашу компанию нельзя купить просто акции. Я правильно понял? Мы занимаемся аналитикой. Мы предоставляем специалиста. А, так вы еще и не брокерская компания. Мы не брокерская компания. Нет, меня прокладка между мной и брокером не интересует. Так вы знаете, кто такой брокер, кто такой аналитик? Да, я знаю, кто такой брокер, кто такой аналитик. Ну? Что ну? Поэтому я сказал, меня прокладка не интересует. Брокеры, да, и зарабатывают. Средствами, нет, да. Пускай меня, пользуются. Пожалуйста. Они, конечно, берут свой процент, как во всем финансовом мире. Вы не понимаете. Брокеры – это те люди, которые пользуются вашими средствами. Им не важно, заработаете вы или нет. Да, они, им важно получить от вас деньги. А я не понимаю, а есть вообще специалист? Если вы нет? Я понимаю, я все понял. А есть специалист, а не звонилка, который ничего не понимает в биржевой торговле, который мне сейчас говорит, что брокер – это человек.
Вот есть кто-нибудь вменяемый? А не просто менеджер. А брокер не человек? А брокер это человек? А кто? Собака? Ой, блядь, ой, какое же ты тупое, боже мой. Нет, брокер, блядь, это юридическое лицо. Он не может быть человеком. Это компания, брокер. Это посредник между физическим лицом и биржей. Это не человек. Собака это ты, потому что ты тупой от слова, блядь, совсем. Да, что ты меня камень начал? А? Ну а что ты такой тупой? Это вы с чего взяли сейчас? Я тебе только что это объяснил. Ты даже такой тупой, не можешь понять с первого раза то, что я тебе озвучил. Кто такой брокер? Человек это или нет? Юридическое лицо, это не специалист. Человек? Скажите мне, пожалуйста. Что? Ну? Это не человек? Специалист, какое лицо? Это не человек? Брокер. Какое... Да, юрлицо, это не человек? Нет, юрлицо, блядь, это не человек. Это компания, юридическое лицо. А человек, блядь, дура, это физлицо. Ты понял меня? Вообще, блядь, невменяемый, блядь. Откуда вас набирают, блядь? Ну, полностью тупой, блядь, вообще животное. Есть, блядь, какой-нибудь специалист мне пообщаться, кто хоть что-то понимает? Вы слышите меня? Я говорю, мы не брокерская компания. Да мне плевать, кто. Я же понял, что вы просто, что ты, если ты дура, блядь, значит, ты ваша компания. Дебилы какие-то. Послушайте, общайтесь нормально. А то что? Они как быдло. Я общаюсь с дурами нормально, не как быдло. Если ты тупой, что вообще не знаешь... Я общаюсь с людьми, да, мне очень хорошо. Да, я слышу, как тебе хорошо. Если с такими людьми, надо пора менять что-то в своем окружении. Угу, в окружении, да. Это тебе пора что-то менять. В своем мозгу, блядь, чуть-чуть мочать, выучить, хоть чему-то. Слушай, почему ты такой тупой? Я со своим мозгом сам разберусь. Почему ты не вообще не развиваешься? Почему ты такой тупой? Ты не знаешь элементарных вещей. Ты сидишь ртом, работаешь на обзвоне, звонилка. Ты вообще ничего не знаешь. Как работает брокерская компания? Ты говоришь, что это человек, у нас а брокер знаете, оказывается. Все в этом свете, да? Все в этом свете. На этом свете, говорится, блядь, а не в этом свете, блядь. Дура, блядь, ты русский язык выучи. Блядь, какой же ты тупой, блядь, вообще ограниченный полностью. Слушай, переключи на какого-то нормального, блядь, сотрудника. Ну, с тобой все понятно. Ты просто дерево. Ну, ты просто фуфломет, mm-hmm. понимаешь? Mm-hmm. Ну, есть сотрудник да, нормальный или нет? Да, я кончил. Можешь проглотить, вытереться. Алло, Руслан, здравствуйте. Слушаю. Я представлюсь, меня зовут Алексей, фамилия Кузин. Звоню по поводу вашей регистрации, компания «Газпром Инвест». Вы у нас выставляли регистрации по заработку. Все правильно? Я тест проходил от «Газпрома», было дело, да. Да, все хорошо. Руслан, так вы же интересовались для себя заработком. Там оставили галочку, что с вами связался специалист. Предоставил вам информацию. Я тест проходил, каким заработком. Меня заработок не интересует. А тест почему проходили? Потому что интересуют ценные бумаги компании «Газпром», инвестиции, а не заработок. Я уже заработал, хочу инвестировать. Так... Не ну так, это разные ну, вещи. Так... Инвестиции и заработок одно и то же. Хорошо, Руслан. Вы интересуетесь да, для себя инвестициями. А вообще «Газпромбанком» пользуетесь? Нет, не пользуюсь. Не пользуетесь, я понял. А что для себя вообще ищете? Автоматическая система торговли, либо же ручная это торговля? Торговля вообще не интересна, трейдинг, инвестиции. Приобретение бонда в компании. Ну, хорошо, давайте я вас переведу на руководителя, пообщайтесь с ним. Одну минуту ждите на линию. А что вы такой, я не пойму, деревянный? Ну, вы хоть, ну как, образовывайтесь, ознакомьтесь с матчастью. Алло. Слушаю вас. Добрый день. Слушаю. Что-что? Кого позвать? Я сказал добрый день. Поздоровайтесь. Ну, вы представьтесь сначала. Я ж не знаю, Меня зовут Станислав. Я слушаю вас. Добрый день. Станислав, я не пойму, вы уважение клянчите, чтобы с вами поздоровались? Или что? Ну, при чем тут клянчите? Есть понятие этикет. Ну. Если вам говорят «добрый день», и нужно что? Либо кивнуть, как минимум, ну. либо тоже сказать «добрый ну, день». Кивнуть вы не можете, а мы с вами... Могу, я кивну. Нет, я этого не вижу. Станислав,
поверьте на слово. Я не могу. Нет, я вас не вижу. Добрый день. О. Я сказал, я слушаю вас. Вы что, зациклены? Да я понимаю, что вы слушаете меня. Я же слушаю, что вы мне отвечаете. Вам этого достаточно. Но я сказал, добрый день. Молодцы, что вы сказали, я вас услышал. Что мне достаточно или недостаточно, я буду решать сам. Как и вы для себя, что вам достаточно, что недостаточно. Еще раз давайте попробуем. Видно, у вас какой-то загрузочка. Загрузочка. Добрый день. Да. Не надо уважения клянчить. Я сказал, слушаю вас, вам этого достаточно. Повторюсь. Я еще раз тоже повторюсь тогда. Угу. Добрый день. Угу. Продолжайте дальше мысль. С чего вы взяли, что у меня есть мысль какая-то? Для начала хочу услышать добрый день. Ну, мало ли, что вы хотите. Вы не услышите. Что вы как попугай заладили? Добрый день, добрый день. Ну, а вы как попугай заладили? Слушаю, слушаю. Угу, ну, угу. Все. Давайте еще разок попробуем. Для туго доходящих. Добрый день. Ага. Ну, продолжайте мысль. Для туго доходящих. Вам добрый день так, никто не скажет. Это вообще, ну чтобы вы сразу поняли и не напрягались. Ну хорошо, давайте, до свидания. Дура, блядь, тупая. Ну только выключаться надо. Алло. Да. Ну, да, Руслан, я переключил на руководителя, он говорит, что вы не воспитанный. Да. Ну да. Ваш руководитель — это какая-то обиженная девочка. Ему добрый день не сказали, он начал плакать, ушел в туалет. Так почему? Потому. Хорошо, Руслан. Зачем вообще регистрацию оставили? Я вам это озвучил, надо запоминать было. Что вы, а кому озвучили? Руслан, вам вообще, озвучил. Сколько вообще просмотров на Ютубе у вас? Вы о чем вообще? Я вас не совсем понимаю. В каком Ютьюбе? На каком? Нормальном Ютьюбе есть там видео, люди смотрят. Сколько просмотров? Ну, если люди смотрят видео, я их поздравляю. Я никакое видео не выкладываю, чтобы вы смотрели. Серьезно? Серьезно. Ну, возможно, в Инстаграме где-то выставляете. Нет, не выставляю. Я не пойму, вам рот надо проветрить, пообщаться не о чем? Я вас попросил соединить с нормальным специалистом, который не будет клячить уважение, истерить, еще что-то. Пусть конструктивно общается по делу. Вы можете между собой там вот сидеть и здороваться с друг с другом. Поэтому соединяйте на нормального специалиста, чтобы конструктивно. Все сказали? Вам мало или что, добавить? Да. Да нет, достаточно. Вы это проглотите, вытрите. Переключайте на специалиста. Я уже переключил на специалиста. Вы не можете сказать добрый день. Не на истеричку. Добрый день никто говорить не будет. Ну, если ваша жена истеричка, ну, мы не виноваты. Нет, ваш муж, наверное, истеричка, вот который со мной общался. Да, муж ваш был? Я не пойму, вы что на близких переходите? А вы шутник. А вы нет. А вы шутник. О. А у вас что-то с дикцией? Я смеюсь. Ну, я слышу, да. С дикцией? Ну, конечно. Так хорошо, Руслан. Вы про себя. Так вы зачем вы тратите мое время? Чтобы все услышали. Зачем вы тратите мое время? Смейте. Время зачем тратить? Я сказал, переключите на адекватного специалиста. Вы что, не поняли что-то? Я понимаю, вы менеджер. Вы можете сказать своей жене, чтобы она вам отсосала. Вы мне не можете говорить, что мне нужно делать. Я сам буду решать. Вашей маме скажу. Как? Ну она же вам ответить не сможет. У нее рот занят. Она уже это делает. Представляете? Сам сказал, сам посмеялся. Нормально. Хотя бы кто-то смеется. Ну ты же минуту назад сказал, что дура смеешься. Ну смейся. Ты маму свою часто целуешь при встрече? Ты когда ее будешь в следующий раз целовать, ты меня вспоминай. Понял? Руслан, Что там твоя дура истерит, не пойму. Пошел! У меня нет времени. Позвоните своей жене. Тебе твой хозяин ее сказал уже, чтобы ты сливался. Да ты не нервничай. А я пошел заработать. Всего хорошего. Алло, Руслан, здравствуйте. Слушаю вас.
Меня зовут Никита, я представитель компании «Газпром Инвест Холдинг» из департамента проверки качества. Вас беспокою. Вы ранее общались с нашими менеджерами, все верно? То с кем я общался, как звали? Повторите, Руслан, плохо вас понял. Звали как менеджера, с кем я общался? Да я у вас хочу спросить, с кем вы общались? Да я у вас спрашиваю, вы имя назовите менеджера, с кем я общался, чтобы я вспомнил. И когда я с ним общался? Руслан, сам факт, вы общались или не общались? Ну, с вами все хорошо. Вы мне звоните, утверждаете, что я общался, с менеджером. Вы меня сейчас переспрашиваете. Вы общались или не общались? Как звали? Александр? Руслан, я у вас четко сразу спросил, вы общались или не общались? Все, я не переспрашивал, вы просто не поняли вопрос. Ну, я просто не понял. Поэтому вопрос, возникло да? такое недопонимание. Ну вы уточните, наверное, пойдите, да, потом со мной соединитесь. Руслан, с вами все хорошо? Вы вменяемый? Да, со мной все хорошо. А с вами все хорошо? Вы вменяемый? Вы из отдела контроля качества не знаете, общался я с кем-то или нет? А что вы за качество проверять собрались? Вы когда придете в себя, тогда мы с вами поговорим. Ага. Всего доброго, хорошего вечера. Ну, горите в аду. А то, чтоб вы все повыздыхали! Алло. Слушаю вас. Константин, вам удобно говорить? Да, вполне. Слушаю вас. Это вам Алексей набирает? Ранее с вами общались, помните? Алексей, а ну напомните, когда общались, вы откуда? А мы с вами общались касательно регистрации, которую вы оставляли на инвестиционном проекте при поддержке Газпромбанка. Последний раз мы с вами общались 11 числа прошлого месяца. Ну, и на чем закончилось наше общение? На том, что вы положили трубку. На чем у нас закончилось? Нет, я что-то другое припоминаю. Вроде, по-моему, я вас обоссал, и вы позорно, истерично слились. Да, я помню вас, Леша. А, стоп. Вы в этом уверены? Да, я в этом уверен 100%. Ну, а как вы выражаетесь? Ну, как я выражаюсь? Ну, вот я вас спрашиваю, как вы выражаетесь? Ну, я прекрасно выражаюсь. А как? А чего вы такой ранимый? Вы уважение клянчите, что ли? Вы на взоне сидите, ртом работаете. Вы в прошлый раз просто бросили трубку, как истеричка. Во-первых, это неконструктивно. Стоп. И невежливо. Стоп, подождите. Вы считаете, что я бросил трубку и уже в дальнейшем вам набирал, верно? Вы не брали трубку. То есть это я не то, что... Правильно. Я не то, что так думаю, я в этом уверен, потому что я никогда не отключаю. Это физически невозможно. Стоп. И мы сейчас это проверим. Стоп. Леша, стоп. Мы сейчас это проверим. Я не пойму, в чем проблема была первый раз? Вот я вас обоссал, вам вкрутил. Вы сейчас для чего перезваниваете? Стоп. Ты так разговаривать не будешь, запомни. Нет, дура, я так буду разговаривать. Дура, а почему ты на ты перешла? Подгорела у тебя? Успокойся, ну. Заюш, успокойся. Ну, дура. Ты с кем разговаривать не будешь. Дура, ты дура, что ты нервничаешь? Да не. Ну. Тебе еще ртом до самого вечера работать. Да я сейчас сосудик лопнет, инсульт будет, дура. Да успокойся, ну. Что ты переживаешь, успокойся. Я не пойму, что с тобой такое? Ты же должен быть стрессоустойчивый. Ты видишь, у тебя подгорело, ты на ты перешла, дура. Что такая невменяемая? Ну, видишь, как ты разговариваешь? Я не знаю, в какой угол ты ударилась сегодня. Без дура, понятия, я тебе деле. Так скажу. Да если нет, тебя, подожди, слушай, если тебя насиловал отчим, ну я же подожди, в этом не виноват. Я знаю, что ты ртом работаешь, дура. Подожди, мы с тобой так разговаривать не будем. Давай ты вот конструктивно мне объясни, для чего ты мне набрала, дура. Леша, не плачь. Леша, все хорошо. Леша, все хорошо. Все хорошо у тебя будет. Потом. Давай мы с тобой так разговаривать не будем в первую очередь. Ну как это не будем? Почему мы не будем? Ну кто тебе? Ну кто тебе такое сказал, дура? Неужели ты, дура, ты можешь что-то сказать конструктивно? Да успокойся, Костя. Да что ты начинаешь нервничать? Не повышай тон. Ты тише. Я объясняю, это очень важный момент. Да успокойся. Я говорю, успокойся, Костя. Успокойся. Ты тише говори. Тише говори. Дура, тише говори. Один очень важный момент. Дура, сразу я не понимаю, а что ты стала нерв? Зачем ты, дура, перешла на ты? А что ж ты робишься? Алло, Роман, здравствуй. Слушаю вас. Здравствуйте. Ну, Роман, здравствуйте. Я слушаю вас.
Роман, я вам сказал здравствуйте. Вы приличный человек? Ну, вы вообще представьте для начала, вы же не желаю вам здоровья, вы кто? Я сказал, Александр Сергеевич меня зовут. Вы ничего не сказали, вы сказали, Роман, здравствуйте. Я сказал, перед началом, Александр Сергеевич меня зовут. Пушкин? А, здравствуйте. Нет, не Пушкин. А мы с вами, мы с вами знакомы лично, Александр Сергеевич? Я сказал, здравствуйте. Ну, вы представьте, для начала, кто вы, откуда? Или вы уважение к Ляне? Я сказал, я Александр Сергеевич. И что дальше? Роман, вы тупо невоспитанное быдло, ты которого дура, нужно что в жопу ты дура долбануть. Не пойму, успокойся. Которого нужно в жопу долбануть, ну, на самом деле. Для Роман, тебя жопа больная тема, тебя отчим носил, дура. Чушка позорная, чушка позорная, чушка позорная. Дура, успокойся. Чушка позорная, чушка позорная. Позвонила, с ним не поздоровались. Чушка позорная, чушка позорная, чушка позорная. Чушечка, 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 чушечка. У дуры подгорела. Ай-яй-яй, слушай, подожди. Ай-яй-яй, а как она сосет. Ай-яй-яй, а. А, как хорошо. Дура, если что, чёрый гонуть, она не цепляет. Ты знаешь, как твоя мама сейчас работает? Ты себе не представляешь. О, вообще нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, мне так нравится. Давай, дура, слушай, гори, такая гори, дура. Она у тебя, дура, такая, ты гори, умничка. Понимаешь, она должна гореть. Она у тебя такая умничка. Ну ты мне зачем за свою маму рассказываешь, не понял? Она еще будет на фронте там сосать каждому. Ну так зачем, будет каждому там сосать. Так свою маму, я не знаю, будет каждому мобилизованному сосать кистюндрик. О, мобилизовал. Тебя мобилизовали, не вот пойму. Так, на у тебя травма психологическая? Мобилизация. Будет каждому сосать. Ты каждому сосёт на мобилизации ходишь, а, Саша? Хорошенькая будет, хорошенькая сосать. Слушай, она у тебя большая, класс, молодец. Класс, Саша, по шоссе, знаешь? Ты можешь сказать нормально? А, Сашка, о, Ромочка, ты такой смешной, забавный. Дура, я не пойму, ты вообще, ты какого ада? Забавно. Я понял, что твоя мама засёт мобилизованных. Ромашка, а что ты стрелки кидаешь, Ромашка? Ромашка, что ты стрелки кидаешь? Какие стрелки, дура? Я твою жизнь рассказываю тебе. Ромашка, ты кто вообще есть, дура? Кидаешь? Ты обозначишь, ты стрелки? Откуда? Ромашка, ты стрелки ты кидаешь из какого на этом деле? Мне набирает. Я маму. Самый лучший парень. Маму твою матери, помню, что она там что-то у тебя под столом делает. Какой я ты дура? Помню, дура, помню, какая помню. Ты парень? Ты не парень. Она умерла. А твоя мать сосет. Ну? А, она умерла, а твоя сосет. То есть а твоя любит сосать у вояк. Да? Ну? Да. А вот твоя любит у вояк сосать. Твоя мама, которая издохла, любит сосать у вояк. Прикольно. Ну давай твоя дальше. Твоя да что ты троишь? Успокойся, дура. Я же не хочу тебя обидеть, твоя понимаешь? Твоя мамаша любит высосать яд вояком. Да ты тоже говорил, успокойся. Что ты твоя троишь? Мамаша ну? Любит так высосать. То есть ты по команде повторяешь. А ну давай, голос. Молодец, Синка. Слушай, еще голос. Собака, голос. Тузик. Дура, твоего вообще нечего сказать, да? Насколько ты, блядь, конченый. Посмотри, ладно, насколько клоун, ты убогий, да. Да что ж ты робишь, а? Алло, да, Тимур, добрый день. Слушаю. Удобно говорить, не отвлекаю вас? Да, вполне. Тимур, звоню касательно вашей регистрации. Вы интересовались направлением инвестиций, проходили финансовый тест, припоминаете? Да где я проходил? Что еще раз? Где я проходил конкретнее?
Ну, в интернете, я так понимаю, что рассматривали для себя направление инвестиций, возможно, видели нашу рекламу в личном кабинете с Сбербанка. Гениально. Вы, хорошо, я проще. Понял. Видно, не понимаете вопроса. Вы какая компания? Мы являемся центром обучения и аналитики, называется наш центр RT Invest. Вот сегодня мы проходили... А, нет, это что-то видно, какая-то ошибка. Я проходил финансовый тест от Газпрома. Это первое. Второе, мне обучение не интересно. Что-то у вас какая-то ошибка. Я что, звоню вам для того, чтобы предложить обучение или что? Вы представились с кем? Обучающий центр или что? Центр обучения и аналитики. Мы занимаемся не только обучением направления инвестиций. Ну, прекрасно, обучаюсь. Мне это не интересно. Так а что конкретно вам не интересно? Не совсем поняла вас. Мне интересно, я вам проще скажу. Вы менеджер просто, да, я как понимаю? Да, верно. Прекрасно. Ну, я вам так скажу, чтобы быстро. Меня интересует брокерская компания. Не аналитики, прокладки меня не интересуют. Я поняла вас. Но вы понимаете, что если вы самостоятельно будете искать данное направление, то вы сможете выйти только на российский рынок? Ну, прекрасно, меня он и интересует. Я поняла вас. Ну, хорошо, тогда мы можем вам предоставить доступ к брокерским компаниям. Ну, я сам как-то найду. Не надо. Я сам найду брокерскую компанию без вашей помощи. Зачем? Ну, потому что, во-первых, мы работаем с 2012 года, у нас есть целый список проверенных брокерских компаний, с которыми сотрудничают наши партнеры. Ну, прекрасно. Пусть работает. Я знаю, как проверить брокерскую компанию. А, ну, если вы знаете, тогда успехов вам желаю. Ну, да. Все, горите в аду. А то еще бы вы все повыздыхали! Взаимно. Алло, Тимур, здравствуйте. Слушаю вас. Меня зовут Алина, я главный менеджер компании «Газпром». Так. Набираю вас по поводу регистрации вашей. Оставляли у нас свою заявку, правильно? И наши менеджеры должны уже были вас набрать и ознакомить с информацией. Да понятия не имею, может, не дозвонились, не повезло им. А, еще не набирали вас, да? Нет. Хорошо, Тимур, ну вы мне скажите вообще, сами понимаете, что такое сфера инвестиций, как и с чем будете здесь работать? Или Неконструктивная работа, так давно оставлял регистрацию, никто не набрал. Вообще как-то безобразие. Ну вот набираюсь сейчас. Ну вот сейчас. Я понял. Ну что сейчас? Как вас зовут еще раз? Алина Александровна. У вас прям так и называть, Алина Александровна? Прям так и называть, да. Да вы что? Ну тогда я Романович. Хорошо. Ну, вы же ко мне по имени обращаетесь, не по отчеству. Ну что, хочу сказать, Алина Александровна. Долго собирались. Я уже нашел компанию брокерскую, открыл счет. Ну, замечательно. Ну, а вы горите в аду? А то еще бы вы все повыздыхали! Вам тоже. Всего хорошего. Да, Александр, вы, блядь. Алло. Слушаю вас. Да, Тимур, здравствуйте. Слушаю. А вы не здороваетесь, да? Ну, вы представьте сначала, кто вы. Может, я не знаю вам здоровья. Меня зовут Валентин Александрович, фамилия Костромичев моя. Приятно с вами познакомиться. Еще раз, как зовут? Я вижу, вы оставляли... Меня зовут Валентин Александрович, фамилия Костромичев моя. Охренеть, так. Я вам звоню касательно вашей регистрации. Вижу, вы оставляли свои контактные данные, доходом интересовались, помните? Это где я их оставлял? Везде, где только угодно, если честно. Что? Еще раз. Так я же не знаю, где вы оставляли. Я же не знаю, где вы оставляли. Вы откуда мне звоните? Вы оставили в нашей компании. Я вам звоню с компании «Газпром Инвест Холдинг». Я не пойму, она-то как бы... Это недавно было.
Я понимаю, так а надо что, клоунаду включать, как-то ломаться, это... Нельзя сразу сказать, что компания «Газпром Инвест»? Ну, я же не знаю, где вы оставляли еще заявки. Я спросил, вы мне откуда звоните, где я оставил. По-моему, вопрос понятен, я вы не поняли. Я вас тогда не услышал. Вы в стендапе? Тогда, извините. Да? Хорошо, нет, Тимур, давайте с вами тогда разбираться. Да. Пакет. Говорю, давайте с вами тогда разбираться. Алло, ну, слушаю. Да, да, давайте разбираться. Вы скажите, как давно интересуетесь дополнительным доходом? Я доходом вообще не интересуюсь. Я понял. А опыт заработка на финансовых рынках был до этого? Нет, я не инвестировал, счет не открывал. Понял вас. Вы, так понимаю, где-то в супермаркете, да, сейчас? Да, где-то что-то. Это вас это как-то вас смущает? Да не, ради бога. Ну, хорошо, давайте тогда уточняете? Так. Поскольку мы являемся клиент-ориентированной компанией, я вам задам несколько вопросов, чтобы уже конкретно для вас компания. Собрать так. Да, ваш личный финансовый портфель. Договорились? Если вам будет что-то непонятно, обязательно тоже спрашивайте, Тимур. Да, я обязательно вас спрошу так. Сколько вам полных лет? Мне 36. 36 лет, отлично. Скажите, вообще сами, в какой сфере являетесь специалистом? Коммерческая деятельность. Коммерческая. А что конкретно вот в ваши обязанности входит? Ну, конкретно, я думаю, вам информация зачем? Что входит в мои обязанности? Что ваши обязанности входят? На работе. Вы серьезно сейчас? Я не пойму. Ну, конечно, серьезно. Да? Если вам задаю эти вопросы, тогда я хочу услышать на да них. Да вы можете ответ. Их задавать, если бы я мне понимаю, было, вы можете их задавать. Я бы, в принципе, вам бы не спрашивал, правильно? Ну, мы же с вами так... Почему вы так как-то негативно относитесь? Потому что вы... Я не пойму. Вы правда поверили, что я буду вам рассказывать? Я вас тоже не понимаю. Непонятно. Голос из трубки. Что я делаю на работе? Вы серьезно? Моя обязанность? Ну, что вам еще раз сказать? Ну, конечно. Ну, конечно. Да? Не, вы ошиблись. Вы не угадали. Дальше. Еще раз вам объясняю. Вы оставили у нас регистрацию. Я вам звоню касательно вашей регистрации, так, чтобы вам прекрасно. Помочь подобрать лучшие условия, понимаете? Для этого да я и спрашиваю вас эти вопросы. Знаю, это же не просто так. Я понятия не имею. Я просто не понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите коммерческая деятельность. Да. Зачем да, вы давайте с вами диалог вопрос. Для начала вести. Я вам задаю вопросы, а потом вы мне отвечаете. Либо наоборот. Нет, вы мне это что-то говорите, а потом я вам что-то это говорю. Это так не работает. А так если вы будете перебивать меня, я буду вас перебивать, то у нас диалога с вами не получится, понимаете? Я спрашиваю, для чего вам информация? Поясняйте вопрос. Я спрашиваю для того-то, а не просто сидит какой-то менеджер объясняю, на обводе, да. Которому захотелось узнать, объясняю выпендриться, вас. Знать мои обязанности. Да, смешно, да. Ну... Я не пойму, что такое? Рост 1,60 с таким голоском, да, девочки не любят. Хоть здесь повыпендривают, слышишь? Дура неуменяемая. Ты сначала научись, дура, научись. Адекватно общаться научись. Тимур, так вы видите, вы переходите все рамки позволенные. Дура, ты меня взвестил, ты меня взвестил. Я вам не сказал. Так вот, видите, вы, ну... Что? Я к вам по-доброму пытаюсь, просто ну, подожди, все ну, ты свой, хорошо, по-человечески. Стоп. Я вас спрашиваю, давайте я ты вам теперь объясню, чтобы вы поняли. Не нужно меня перебивать. Я вам задаю конкретный вопрос, тихо, где тихо, вы тихо, работаете. Тихо, коммерческая тихо, сфера, тихо, она слышал, довольно-таки разнообразная. Вы можете слышал сидеть в офисе, а вы можете еще сидеть там, не знаю, чем ну попало заниматься. Да. Я не понимаю, что входит, ну что вы конкретно делаете? Я вопрос задаю. Со стороны голоса. Вас смущает то, что я задаю. Не, меня смущает, что ты говоришь вот таким нет, голосом. Нет, я вам конкретно ты задаю вопрос. Или кто-то? Ты евробогатырь? Ой, боже. Не, ну ты слушай, а есть как бы там. Давайте откровенно. Вы не доверяете этой сфере? Что я не делаю? Почему ты? Вы как-то. Я не понимаю. Вот мы с вами говорим буквально-то минут пять, но да, у вас какой-то такой настрой, как будто вы какой в этой сфере ну, все деньги потеряли. Меня что не могу так в этой сфере потерять деньги, потому что мне в институте я преподавали понимаю, биржевое дело. Я объясняю, отвечаю биржевое на... Так а почему вы тогда работаете в коммерческой сфере? Почему вы тогда не зарабатываете?
Я как раз зарабатываю. То, что я заработал, хочу инвестировать. Это первое. Второе. Мы договорились. Я понял. Мы договорились. Да, вопросы. 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 Мы задаем и поясняем, для чего мы их задаем. Вот так это работает. А не просто, что звонилки каким-то гейским голосом захотелось узнать, как я провожу свой рабочий день. Так не будет. Или конструктивно общаемся. Брокерские компании «Миллион». Я найду, да, где. Да, я найду, тогда, через какую компанию инвестировать. У меня тогда к вам следующий вопрос. Тимур. У меня тогда к вам следующий вопрос. Вот вы когда условно приходите в больницу и там идете к стоматологу, вам стоматолог говорит, открывайте рот. Вы ему тоже будете говорить, теперь поясняй мне, для чего я буду открывать свой рот. Это самый дебильный пример, который я слышал вообще вот приводить. Я прихожу в компанию, нет, это не пример. Я прихожу в компанию инвестировать. Я прихожу со своими деньгами. Ну, конечно. И я выбираю условия, как мне работать и с кем мне работать. Вы откуда, Саня? Вы поняли мой ответ по поводу стоматолога? Еще раз спрашиваю. Это вот вы когда приходили... Да, это когда вы на работу устраивались. А вы откуда, Саня? У вас брал, там собеседование с вами проводил. Ну, вернее, у нас с вами разговора не получится. Я из России. Вам этого достаточно? Из России откуда конкретно? По московскому времени. При чем здесь время? Я говорю, откуда вы? Для чего вам эта информация? Что она вам даст? Поясняйте вопросы. Ну, я, допустим, много где был. Поясняйте вопросы. В вашем городе. Я не пойму, вы знаете, я не пойму. Вы конструктивно общаетесь? Я не понимаю, вы думаете, или, ну я звоню вам, чтобы или деньги забрать, или том, к чему вы ведете? Я так конструктивно у нас не получается разговор. Или о том, где вы были, да конструктивно у нас не получается разговор. Понимаете? Ну тогда положите трубку, мы с вами поговорим. Для чего мне это делать? Зачем вы со мной общаетесь? Я не понимаю. Конструктивно общаемся, по делу. И поясняем вопросы, которые мы задаем. Пояснение, что я много где был. Это дома, с мужем или с мамой. Рассказывать ему о своих путешествиях. Мы говорим о финансах, о деньгах. Я не понимаю, там, блядь, откуда подобрали, с какого дна такую звонилку. Компания вообще не дорожит своей репутацией. Ну, вот такая дура сидит со мной, общается. Я, говорит, много где был. И чё? И я много где был. В Таиланде был? Все, высказались. В Таиланде был? Вопрос. Высказались? Я спрашиваю, вопрос задаю. В Таиланде был? Давайте вы мне зададите все вопросы, которые вас интересуют, я на них отвечу, потом вам буду задавать вопросы. Дура, ты не меня, первый я спрашиваю, вопрос, Таиланде. В Таиланде я не был. Дура, почему? Это твоя мать. А что ты, дура, на ты перешел? Ты должен быть расстоустойчивый, ты что, неуменяемый? Что ты маму вспомнил? У тебя травма с детства. Человек. Ты маму потерял. Тебя отчим насиловал. Давай, я понял. Давай так. Ты потерянный. Ничего. Смотри, я так понимаю, ты просто оставляешь заявки в разных компаниях, ищешь там, ну, непонятно что, либо думаешь, что тебя там кто-то будет обманывать, либо еще что-то. Нет, я еще адекватную плевать. Брокерскую кто компанию. Кто ты за человек и чем понимаешь, ты занимаешься? Да. Вот зачем ты тогда задаешь эти вопросы? Ты ищешь какую-то... Вот какое-то умиротворение, потому что тебя уже один раз кинули, сынок. Машонка пилота. Меня нельзя кинуть, дура. Теперь ты думаешь, я, блядь, на это учился. Теперь ты думаешь о том, что у тебя все будет нормально, что ты будешь жить на своей работе, да, и ничего у тебя не получится. Понимаешь? Теперь послушай сюда, Тимур. Ты можешь свое время тратить как хочешь. Дитя войны, блядь. Я понял. Успокойся. Занимайся. Что занимайся? Давай. А? Дура. Удачи. За дурака не в аду. А то еще бы вы все повыздыхали. Пока, давай. Что давай, пока? Выключайся. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Тимур? Я слушаю вас. Записывайте видео. Я вообще, в принципе, видео записать не могу. Я с вами по телефону общаюсь. С тобой, вернее, ну, дура, неменяемая. Записывайте, да? Дура, я тебе писать видео не могу с тобой записывать, мы по телефону общаемся. Неужели ты это не понимаешь, блядь? Неужели ты такой реально конченый? Так вот, я же говорю, конченый. Когда можно будет послушать? Тебя послушать? А что тебя слушать? Ты мне что-то, блядь, сказал интересное, меняемое или что? А мы что, с тобой не получилось? Дура.
А что, чеки не получается, да, скидывать? Ты дура. Как это не получается? Я сегодня уже их 5 скинул. И даже мне... Одни ваши дебилы... Ну, это тебе повезло, звонилка. А вообще, ваши дебилы мне сегодня пополнили счет. Вот, на 50 долларов. Лично мне голова финансового департамента перевел. Ну, чтобы я был уверен. Я, правда, их сразу сделки пооткрывал на эти 50 долларов сразу. Не похуй. Потом им чек отправил. Они мне еще добавили. Потом я им Тимуровский чек отправил. И они, конечно, там плакали. Да, да, смешно, прикинь. Вот это зайдет. Ну да, посмотреть. Дебилы, блядь. Слушай, смотрите, я не пойму. Вы там что, вообще что ли, да? О, жжете. Что вообще? Ну, жжете, вообще жжете. С вас, да. С нас? Да. А мы с вас нет, когда вы ртом пыхтите по 2 часа, пытаетесь. А? Как это называется? Ай, Тимур, хорошего вам настроения, Тимур? Хорошего вам дня. Ну, слушай, самому как? Ну, нормально, честно. Ну, все нет, классно. Ну, без смешков. Ну, как все классно? Ну, что это людей наебывает. Ничего страшного? Вообще нет. А, вообще нет? То есть парму мы не верим, да? Я тебе, знаешь, объясню, почему так происходит? Потому что вы вообще привыкли, понимаешь? Вот тупо вам работать ртом вообще не напрягает. Вот ваши тёлки вот в Краснодаре одни, в саунах одни ваши. Вы просто так привыкли, понимаешь? У тебя просто не напрягает работать ртом. Ты не можешь ни головой работать, понимаешь? У тебя скрит... Ты понимаешь, что у тебя рот не закрывается? Ну, ты слушай, больше ртом работаешь и разговариваешь. Нет, я с тобой общаюсь, понимаешь, свободно. А у вас крит. Вас заставляют. Понимаешь, как тебе объяснить? Я могу отвечать на твой тупой звонок. Могу выключить телефон, специально, знаешь, он в машине валяется. Включил, записал, выложил. А ты вынужден набирать по заявке, понимаешь? Тебе сказал твой хозяин. Нет, я могу тебя взять и положить трубку, мне все равно. Нет, ну изначально ты вынужден набирать, понимаешь? Тебе сказал, повторюсь, хозяин. Нет. У меня хозяина нет. Поэтому вы работаете, но вам так легче, понимаешь? Если бы ты мог что-то другое делать, вы просто пользуешься, понимаешь, что СБУ за жопу не берет. О. Ладно, хорошего настроения, рад был пообщаться вживую. Алло, Тимур, здравствуйте. Слушаю вас. Зовут меня Елена, звоню касательно вашего регистрации по дополнительному доходу. Ого, заявку так. Оставляли? Оставляли, да? Заявку? Да. Регистрацию на сайте. Регистрацию. Сейчас я в машину сяду, я вам все скажу. Так, еще раз, как вас зовут? Елена. Елена. Елена, заявку где конкретно? Где именно? Заявку по проекту Газпром инвестиции. А, ну тест от Газпрома проходил, да, все верно. Угу. Приступили уже к работе? Что вы имеете в виду? Я тест прошел от Газпрома. Там была с вами сам менеджер. Какой работе? А с вами еще менеджер не связывался, что ли? Я только утром оставил. А кто со мной связался? То есть, просто я руководитель, и вот проверяю работу своих сотрудников. Но если вы мне скажете, назвали сотрудника, кто связывался, я вам скажу, связывался или нет. Так вы же сказали, что вами никто не связывал, значит никто. Послушайте. Или вы обманываете? Если я не Газпромом, да, я вас обманываю специально, кто на зоне сидит, мне так это важно. Если они представились с Газпромом, зачем то никто. Вы меня обманываете? Я вам объясняю, если они представились с Газпромом, то никто. Понимаете? Я не понял сути вашего предложения. Если не представились с Газпромом, то никто. Если да, представились с Газпромом, значит со мной никто не связывался, если не представлялись с Газпромом. Удивительно. Да. Ну я слушаю вас. Хорошо, Тимур, скажите, вас интересует дополнительный доход в сфере инвестиций? Нет, меня доход не интересует. А что вас интересует? Меня интересуют инвестиции. Инвестиции? Угу.
Ну так а доход вы от них получать хотите? Я хочу в первую очередь приобрести ценные бумаги, поменять средства, которые уже заработал, хранить их не в валюте, рублях, долларах, а хранить в ценных бумагах. Угу. Это в первую очередь сохранение, в первую очередь. Так, вы понимаете, что их нужно приобрести? Естественно, я понимаю, поэтому я оставил заявку, если Газпромбанк инвестиции. Отлично, то есть вы готовы приступить к работе, начать инвестировать прямо сегодня, да? Нет, у меня сначала как бы презентацию компании. Что за компания? Какой интерес компании? Я же вам уже сказала, Газпром Инвест. Этого достаточно? А вы с информацией на сайте ознакомливались? Там никакой информации не было, там тест был. Просто тест? Да, просто тест. Финансовый тест от Газпромбанка инвестиций. Значок Газпромбанка и тест. Угу. Выскочила в Яндексе. Вы не знаете свою рекламу? Угу. Что я вам рассказываю? Конечно, знаю. Ну, а зачем вы меня спрашиваете? Информация на сайте, если там ее нет. Просто там, вы могли перейти на сайт, сайт. Посмотреть на какой информацию. На какой сайт? Официальный. Официальный сайт чего? Или вы просто оставили свою... Я спрашиваю, официальный сайт чего перейти надо было? Проекта. Почему вы кричите на меня, Тимур? Я вам вопрос задаю. Вы видите, спокойно разговаривать? Я с вами абсолютно... Я голос не повысил, не надо цибел. У вас какая-то, я не пойму, да манипуляция, да. Это вы не что, вы сказали, если я не кричу, зачем вы кричите? Зачем вы кричите вот сейчас? Зачем вы сейчас кричите? Ну, потому что я слышу в вашем голосе... Ну, а вы зачем кричите? Вы какой-то нервный. Ну, я слышу, что и вы нервная. Какая-то надменная, такая наглая. Вот я это слышу. Вы проще как-то общаетесь. То я прихожу с деньгами. Вы понимаете? С деньгами? Вы уверены? Да, уверен, да. Вы на обзоре сидите. Вот это я уверен. Вы приходите с деньгами. С вы деньгами. Прошли какой-то тест. Я не понимаю, что вы за такая хабалка? Вы можете тон попроще? Вас откуда подобрали? Вы рыба торговали, не пойму. Где вы до этого стояли? Нет, мясо. Ну это слышно, да. Начальник, блядь. А вы такая же звонилка, блядь, непонятная. Я сомневаюсь, что да. Вы Газпром. Да. А кто я, по-вашему? В Газпроме вот такое работать не может. Какое вот такое? Ну такое, да. Ну какое вот такое? Которое хамит клиента. Ну такое, быдловатое. Чудо без образования, без ничего. Газпром таких не пускают, даже туалеты мыть, да. Вот в чем дело. А откуда вы знаете, каких пускают Газпром? Потому что Газпром это Газпром. Газпром это Газпром. Не надо там быть, чтобы понимать. А что вы о нем знаете? А что вы о нем знаете? А вы что знаете о Газпроме? А вы что о Газпроме знаете? Вот видите, вы уже кричите, угу. Вы нервничаете. Да, да. Вы да. Уже злитесь. Да, да. Вы сейчас заснете, понимаете? Вообще, вы меняемые, вы или вы больная? Что с вами такое, не понимаю? Нет, со мной все хорошо. Ну. Спасибо, что беспокоитесь. Это очень приятно. Забота да, мне на вас так вот пуй растереть на звонилку. Поэтому вы... Это сарказм был. Или вы не поняли? И поэтому вы уделяете мне столько вашего драгоценного времени, да? Я вам времени абсолютно не уделяю. Ну как, вы У меня есть такая привычка, да, если мне кто-то позвонил, я первый никогда не отключаюсь. Вот так вот происходит, да. К сожалению, ну, для вас. Мы будем долго с вами общаться. Угу, я угу. Тоже не отключаюсь, у меня работа такая. Да, да, нельзя, да, санкции. Не. Угу. Как вы узнали? Тогда на линии, наверное, повисеть, да? Вторая линия у меня. Ну, что делать? У вас вторая линия? Дура, так ты какая компания? Кто выяснил? Обозначь так. Кто? Что за компания? Конкретно. Алло, Тимур. Да. А вы еще в машине или уже вышли? Угу. Я спрашиваю, компания какая? Дура невменяемая. Отвечай на вопрос. А машина у вас какая? На вопрос, дура, отвечай. Значит так, рот свой закрыл, вонючий. Ух ты! О, подорвало звонилку. Вот она, хабалка настоящая. Сейчас проявлю. Давай. Гори, дура. Нет, ты должна гореть, понимаешь? Не угадали. Давай. Что делать? Вот смотри, животное, насколько ты кончена. Не знаю, у тебя мама, папа есть?
Вот они ж, наверное, думали, что ты вырастешь, человеком будешь, а ты пошла ртом работать. Ты, видно, на трассе не пригодилась, да? Ты, видно, страшная, нет, толстая такая, знаешь, да, да, да. И ртом пришлось работать. Да, и ртом пришлось работать в колл-центре, да, сидеть, побираться. У меня 90 килограмм, дура, всего лишь. Дура, дура, Тимур не подает. Так что ты останешься, алло, без... Ага, алло, да. Резко перестаешь слышать? Нет, я вас слышу. Ну, прекрасно. Ты поняла, что Тимур не подаст? И не выключится? А если ты так будешь себя вести... А если ты... Слышишь, мразота, если ты так будешь себя вести, блядь, не общаться конструктивно по делу, не отвечать на вопросы, просто положи телефон в карман, ты будешь слушать яйца. Понимаешь, как это происходит? Все очень просто. Нет, не понимаю. Объясните еще раз. Нет, положи телефон. Более доходчиво. Ну давай, послушай яйца. Смотри, я на громкой связи. Ты рыгани, если что, я тебе буду отвечать. Так, сдалека, хорошо? Будем вот так вот общаться. Конечно. Тебе же так нравится. Давай. Давай, дура, бля. Слушай, а ты вообще скажи, а вообще родители знают, что ты ртом работаешь? Да, Тимур, это Владислав с вами связался по поводу вашей регистрации на проекте от «Газпром Инвестиции». Вы вот совсем недавно оставляли, верно? Ну да, утром тест проходил, все верно. Что-что? Утром тест проходил, все правильно. Во, супер. Вы мне подскажите, пожалуйста, что вас заинтересовало, что вас привлекло, с какой целью решили обратиться? Слушай, как с какой целью? Меня интересуют акции компании и бонды. И кто еще? Бонды. Слушайте, кто еще? Что еще, наверное? Я понял. То есть хотите зарабатывать, правильно? На акциях? Нет, я хочу инвестировать. Инвестировать. Вот. С какой суммы хотели бы себя попробовать? У меня свободных 200 тысяч. Сколько? 200. 200 тысяч. Свободных? Да, свободных. Так, можем с вами тогда начать инвестировать. Почему бы и нет? Ну, прекрасно. Мне как условия. Ну, презентацию вообще в компании. Ну, как результат? Все, все обычно. Презентацию компании, говорю, а не результат. Смотрите, объясняю. Вот мы будем с вами работать таким образом. То есть за вами будет закреплен личный наставник, то есть трейдер, который вам будет полностью во всем помогать. В смысле, трейдер? Я трейдер, я инвестирую, я трейдер. Вот. Вот. Это трейдер, который будет давать вам в рот. В рот вам. Мы сейчас делаем годный контент. А, дура, блядь, не меняемо. Ну а что ты? Ты записывай, и ты должен это выложить, понял? Да, выкладывай это обязательно. Ты в этом уверена? Да, я сделаю все. А я, да, сделай, да. Создай, блядь, канал, блядь, Машонок, блядь. Назови работающий рот. Знаешь, блядь, ты будешь популярный. Ты ж дура. Ну у тебя также работающий рот. Прекрасный просто. Нет. Ты дура, ты сидишь, ты мне. Смотри, в чем разница. Ты вынужден мне звонить по заявке. А я получаю от этого кайф. Так да. Нет, мы уже не по заявке, просто уже есть твой номер, да. Мы будем тебя постоянно набирать, будем с тобой общаться. Серьезно? Серьезно, конечно, будешь. Дура, да. Конечно. Ну, унылое ты животное. Понабирает. Нет, животное дура, ты. Дура, ты дура. Ну. Слушай, а что тебя так подгорело, я не пойму. Так, ты представляешь, я решил тебе... Подожди, сейчас. Так. Влад, да. Да-да-да. Тима, Тимурчик. Ну давай, дура, вещай. Что ты решил? Так, инвестировать будем или нет? Ну 200 тысяч свободно. Конечно, будем. Счет будем пополнять. Конечно. Все, ну, вообще супер, превосходно. Вам на Мивину, чтобы с голоду не сдохли. Надо же перекинуть. Через кассира физлица. Через дропа. Понимаешь, как это? Да, через дропа. Вот, так будет правильно. Да, вот реально. Слушай, я не пойму. Максимально. Так а когда видео на Ютубе выйдет? Слушай, дура, смотри. Я говорю, вот подгорело, да, у тебя, что ты мне перезваниваешь, допустим. Смотри, вот я тебя обоссал. Я тебя забыл. А я тебе в рот нассал. О, да, скажи сам такой, блядь.
Ну, конченая стрелочница, да. Не, а скажи, а что у тебя там подгорело, я не пойму. Ты же, а мне ничего не подгорало. Смотри, ну ты же подбираешься. Ты людей наебываешь. Что тебя так кто злит, тебе что сказал? Тебя... Слушай, что тебя так злит, если тебя записывают? Ну и что тут так... такого? Ничего, я же не злился. Ну, ну правильно, люди, ну так я же позвонил, чтобы ты меня записал. Я забыл, тебя, дура, за тебя. Ты нас записал, пожалуйста. Да что ты? Да что ты? Че, вообще заявок, да, нет? Никто не подает? Нет, есть свободное время с тобой побазарить. Да, серьезно? Угу. Так ты лучше пойди в туалет, попей водички. Возьми своего гей-партнера. Подумай о самоубийстве, наконец. Не, сыпет нормально, да? Только не останавливайся. Хороший. Ну, ну что ты, дура? Ой, я тебе знаешь, что советую? Ты возьми орехи, сходи в туалет, во рту их погоняй, чтобы у тебя лучше рот работал. Чеканил, чтобы. Отсекает, отсекает. Вот. Хорош, ну, хорош. Что там у тебя отсекает? Ты уже давно отсекли. Жизненно. Придурок, блядь, завершённый. Все, мы пошли кушать, Давай, хорошего ну, дня тебе. Алло, алло, давай, алло, Мивина, что... алло. Дура, тебе по лбу не дало, блядь, что ты алокаешь? Алло. Проститутка ты краснодарская. Слушай, так тебе кайф приехать в Краснодар? Давай, приезжай, я тебя в сауну устрою, приезжай в Краснодар. Будешь в сауне работать. Я посмотрела в Ютубе, ты не очень красивый. Не хочу. Да, серьезно, да, ты меня где-то в Ютубе могла видеть. Серьезно, да. Серьезно. Да. Ты, бля, сначала, блядь, я тебя русский язык нормально выучи, иди сходи к логопеду. Серьезно. Пусть он тебе рот отремонтирует, понимаешь? Серьезно. Ты тебя со стороны слышала, блядь, дура, блядь, невменяемая. Серьезно. Газпром инвест, блядь. Так я не от Газпром звоню. Подгорело, да, подгорело. Да я не от «Газпром» звоню. Да, конечно, да. Ну, понятно, ты с колл-центра вонючего звонишь, блядь, понятно, побираетесь, видите. С ртами работаете на Российскую Федерацию. Ну, ну а что ты думаешь? Да. Ну, по кайфу, да? Чтобы кто-то поддал, да? Ой, тяжело. Ой, да. Подают нормально? Хватает? Да, на цибулю, на мивину. Нормально? Алло, алло, алло. Даже на бензин хватает. На бензин тебе? Ну, ты, блядь, на маршрутке ездишь же, дура, какой у тебя бензин. У нас маршрутки не ходят. А, у вас, а, точняк, да, у вас маршрутки не ходят. У вас она возит, у вас она есть какой-то шнырь, водила, звонилок возит, блядь, в колл-центр и в подвал, знаешь, туда-обратно. Нормально вы строились. Блядь, это вы уроды конченые, вы моральные, понимаешь? Вы просто черти. Почему? Блядь, нахуй вам вообще жить таким? Вот понимаешь, дура, из-за таких, как ты, на самом деле, из-за таких, как ты, вот что и происходит. Что, все вот эти конфликты, нет, все конфликты, все остальное, вот именно из-за таких, как ты. Я ни с кем не конфликтую. Понимаешь? Два тела, блядь, там сидят, блядь, с гарнитурами. Алло, Тимур. Слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Назар, приятно познакомиться. Компания «Газпром Инвест Холдинг». У нас заявку оставили для дополнительного дохода, правильно? Ну да, тест проходил, помню. Все, отлично. Скажите, успели уже с какой-то информацией помимо теста ознакомиться? Знаете, возможно, что-то в целом о инвестициях? Да, мне в институте преподавали биржевое дело, что-то знаю. Что говорите? В институте преподавали биржевое дело. Хорошо, Тимур. Я являюсь менеджером этой компании, который закреплен за вами. Цель моего звонка – рассказать вам, как здесь все работает, как вы сможете с нами зарабатывать уже сегодня и ответить на все ваши вопросы. Поэтому предлагаю построить диалог следующим образом. Задам буквально несколько вам формальных вопросов для того, чтобы компания в целом понимала, с кем будет сотрудничать. А потом в двух словах вам расскажу о работе. Хорошо? Да, потом я задам вопросы. Мне тоже понимать надо, с кем я буду сотрудничать. Да, хорошо. В целях безопасности скажите мне, пожалуйста, сколько вам лет и ваше гражданство? Мне 36, пока Россия. Пока Россия. Тимур, до свидания. Я... Вы не на того менеджера попали, с кем можно пообщаться. Да? Почему? Да, потому что я вчера с вами общался, и вы подали заявку с нового... А, дура, да, да. Вообще по приколу? Ну, конечно, мне писать вас... Я тебе сразу еще вчера сбросил.
Я тебя сразу еще вчера сбросил. Ну а что ты, почему такая, что ты такая сыкливая? Что ты сбрасываешь? Общайся. Сыкливая. Смысл мне с тобой общаться, тратить? Ну как ты? Ну почему? Мое время. Контент. Какой контент? Тебе? Ну как какой контент? Ну конечно, ну, чтобы люди слушали. Хотя как, бы... Как вы уроды моральные разводите. Как тоже виноват, что вы такими родились, больными? Как, ну какими больными? Ну как это видно? Ну, вот кто-то видит. Я повел? Мама, тебя, пойду, пойди свой в рот выеби, дурачок. Да? Так я, может, твою пойду? Свидания, или мужа твоего? Можешь и мою. Можешь и мою. Можешь, да? Руслан, здравствуйте. Слушаю вас. Меня зовут Алексей. Вижу, вы заинтересовались заработком по проекту «Газпром». Все верно? Ну да, тест проходил, правильно. Верно. Подскажите, раньше уже с нами работали или это будет первое знакомство? С вами? Нет, с вами не работал. Понял, а где работали? Чем занимались подобным? Мне в институте преподавали биржевое дело. Счет не открывал еще пока. Ага. Я вас понял. Что ж, Руслан, я так понимаю, что для открытия счета выбрали именно наш проект, нашу компанию. Или еще какие-то рассматриваете? Пока только вашу. Ага. Хорошо. Тогда давайте мы немножко с вами познакомимся. Я являюсь ведущим экспертом этого проекта. Помогу вам в нем разобраться и, соответственно, подобрать максимально выгодные условия. Вы говорите, в институте преподавали, да, и вам этот про биржевые инвестиции. Биржевое дело это называется. Биржевое дело, окей. А чем сейчас занимаетесь, чем работаете? Коммерческая деятельность. Я вас понял. И почему вы прям только сейчас решили для себя данное направление подобрать? Я немножко не понимаю ваших вопросов. А когда она была начинать? Вчера? Ага, Руслан, тогда я не понимаю немножко вашей агрессии. Вы пришли в компанию. Агрессии? Какой агрессии? Чего вы решили? Я вопросов ваших не понимаю. Открытием счета. Ну? Угу. Ну, почему мне в банке не задают вопрос, когда я прихожу счет открывать? Почему вы раньше не пришли открывать счет? Ну, странный вопрос, да? Вот глупый просто. Не, согласны, нет? Смешно. Уверены? Угу. А смешно с вашим пониманием дела. Угу. Если вы так хорошо разбираетесь в инвестициях, зачем вы тогда ставили анкету? Сами бы взяли, открыли счет в банке, зарабатывали бы. Если вы пришли к нам в компанию, ну, так будьте добры, давайте отвечайте на вопросы. Да с чего вдруг Окей. я буду? Будьте добры. Это, вы что-то, видно, не поняли, эксперт? Или просто, видно, менеджер, который хочет Руслан, быть экспертом? Руслан, вы чего-то не поняли. Если я вот тебя выброшу, так ты будешь бегать дальше по банкам, по компании. Подгорела, да, понял? Дура, да, подгорела, да. Ну, подгорела дура у тебя. А? Да ты мне сам такой. Потому что подгорела у тебя. А что ты нервничаешь? Вижу, что ты не совсем адекватный человечек, да, то есть которого обитает, наверное, поле, в институте, да, который тебе не ботаником, подаст, наверное, да? я был. Это у нас так «Газпром» общается, Руслан, да, дура? Тебе подает, тебе только жена, да, наверное, подает, и то очень тупая, редко. Видно, какой-то колл-центр, «Газпромом» прикрываются, сидят, блядь, попрошайки голимые. Руслан, то, что тебе жена не дала сегодня, да, то есть я понимаю, что... Дура, тебе муж дал вообще сегодня? Я понял. Слушай, так я твою маму в рот выебал сегодня. Ух ты, серьезно, да? У тебя мама тема серьезно. Большая, да? А, у тебя вот, нет мамы, я так понимаю, что у тебя конченый пул. Я понимаю, что ты просто очень конченый, да? Хлопцы, менеджер всем спалюют! Привет. Привет, дура. Как дела, малыш? Ты там, блядь, еще и не сдох, вот. Ни хера себе. Че, как со светом? Да. Не мерзнешь? Все в порядке? Ну, дурачок, при чем тут это? Все просто. Там свет, все нормально. Ну, отлично. Свет, цибуля, мивина, все там нормально. Все, дурачок? Рот не болит работать? В Ростове нормально. Ну, все прекрасно, но... Дура, ну я тебя слушаю. Да, что ты хочешь? Честно, я хочу, чтобы ты сдох. Да? А так ты уже сдох. Твоя жизнь говно, ты бомж. Да ты что, серьезно, да? Это мне говорит, да, ты просто отребья. Которая...
которая по 15 часов сидит ртом, работает на хозяина. А ты просто работаешь ртом бесплатно за своим другом. Я как раз, кстати, вчера был, да, был в сауне, да, вот как раз. Там была такая хохлушка. А со своим другом голенькая, да? Веселая, да, мы вот сняли там хохлушку. Ну, вот ты уже выпустил прибор своего друга из рта? Ух ты, нормально, да? А что ты так играешь? Ты мне скажи, а вдруг там вот, смотри, это окажется твоя сестра, подружка, да, вот в сауне, да? Потом нет, это твоя мама была, это была твоя мама. Да скажи сам такой, я понимаю, мама больная тема, отчим насиловал. Всех мама нет, понимаешь, я ж пидор высрал. Ты маму вспоминаешь. Так вот, прикинь, вот она вернется обратно на Майдана и будет тебя целовать. Вот что ты будешь делать? Вспоминать твою дура потом, да? Твоя мама? Да, да скажи сам такой, дура. Твоя мама, давай придет ко мне. Дура, если тебе нечего сказать, мэмэ, пэпэ, блядь, как, блядь, понимаешь, конченая, блядь. Просто, я говорю по фактам, Горошок. Ты конструктивно, я тебя слушаю, дура, ты для чего меня набрал? Чтоб твою маму послали. Ну, как я понял, ты не... Как так, кстати, твой отчим? Алло, Роман. Слушаю вас. Здравствуйте, Роман. Слушаю. Вы Роман? Да, я Роман, послушаю. Ну, говорю, здравствуйте. Ну, сначала представьтесь, кто вы. Может, я не желаю вам здоровья, не пойму. А, то есть вы не желаете никому здоровья? Вы представьтесь, кто вы. Я не сказал, что я никому не желаю. Никому не желаете здоровья? А чего так? Не сказал, что я никому не желаю. Вы слышите плохо? Представьте. Вы сказали, что вы не сказали, что никому не желаете. Вы, видно, услышали плохо, да? А вы что, сказал... нагоняли, что вы какой-то важный человек или что? Я сказал, я не сказал, что я никому не желаю здоровья. Не сказал, приставка не. А, ничего. Кто себе. Вы, представьте. А это компания Газбанк. Какой компании? Вот ваша регистрация вам звонит. Газбанк. А что такое Газбанк? Газбанк, то и значит, что непонятно. Вы вчера оставляли у нас регистрацию. Я на Газбанке не оставлял, на Газбанке. Оставлял вчера. Чего не оставлял. Я не пойму. Оставлял. Так а что случилось? Чего испугались-то? Я не пойму, вы хамить меня так начинаете? Я не понял. Я не понял, вы себе нагоняли, что вы какой-то важный человек или что? Вы на зоне сидите, вы, блядь, вы звонитка, менеджер, блядь, вы свое место знаете, соблюдайте субординацию. Какой зоне? Я... Что ты несешь, ты? О, дура, она ты, а что такое, подгорело, да? Животное, блядь. Кого? А ну, что ты такое хабло, у тебя мама, папа есть? У тебя зачем там ты переходишь? Я на ты не перехожу, я свою культуру общаюсь. Да потому что ты себе там что-то нагонял, что ты мразь, что ты просто ублюдок, понимаешь? Ты, нет, блядь, уважение, подожди, ты уважение клячешь, чтобы с тобой поздоровались, блядь, понимаешь? Говорящей да головой. Да потому что ты невоспитанное чмо, понимаешь? Так а мне зачем, блядь, каким-то звонилкой? Тебя мамка твоя, понимаешь? Некогда было учить, чтобы поздороваться. Нет, да, это твоей мамке было некогда было учить, потому что нет, ты на ты перешел, хабалка. Моей было. Ты реальная хабалка. Моей было, твоя мама, блядь, твоя мама как спойная. И отчим тебя насиловал. Да скажи сам такой, да. Слушай, я тебя отчим часто насиловал. Что ты сразу и спить начинаешь, блядь, на ты переходишь. Да скажи сам такой. Ой, да, папа, да. Конченый, блядь. Тебя когда папа просто конченый. Слушай, звонилка, я не пойму, ты уважение клянчишь. Ты видишь, блядь, какое ты хамло, с тобой не поздоровались, блядь, и на ты перешел. Че ты себе нагонял, ты? Че ты затроил, блядь, успокойся, дура, я ж не хочу тебя... Я ж тебя обидеть не хочу, успокойся. А, так ты на зоне, я так понял, да? На чем? Ты на зоне, да, петушок, золотой гребешок? Дура, ну может ты на зоне? Ну вряд ли, ты, ну, скорее всего, в колл-центре в каком-то, а, вонючем. А, ты стрелочник, да? Понимаешь? Стрелочник, сидишь да? На обзвоне, блядь, побирай. Дура, я не подаю. Кто из нас стрелочник, понимаешь, блядь? Это такие моменты, знаешь? Ну, конечно, а как и ты, да, блядь, сидишь... Вначале сам такой, это твоя мама, это потом еще как кто стрелочник, да. Дура, блядь, не меняемая. Закрой свой дура, пальчик, ты невменяемая, ты, блядь, тупая звонилка, закрой, понимаешь, ты ртом работаешь. Закрой свой приемник. Дура, ты ртом работаешь, работай конструктивно. Девушки не дают, так ты... Девушки, да. Где еще что сказать? Нет, дура, это так не работает, это не цепляет. Я позвонил, блядь. Люблю на тебя ссать, прикинь. Это мой давай, фетиш. Попробуй. Ну а как давай, ты хочешь? Давай, ну, я уже попробовал, дура. Ты уже подгорел на ты и перешел. Тогда... Ну, тебе мало?
Давай, рот а пошире тебя, открывай. Тебя Ромка зовут, да? Ты рот Ромка пошире зовут? Открывай, дура. Ответь на вопрос, ты дура. Ты открыл рот? Ты рот тебя открыл? Ромка зовут? Это не работает. Дура — это твоя мать, понимаешь? Ты можешь... Нет, дура — это твой отчим, который тебя носил. А твоя мать запойная, нет. Понимаешь? Вот, блядь, не дала тебе образование, понимаешь? Господи, как понимаешь? Же тебя в школе чтобы унижали, ты, блядь, я так понимаю. Чтобы ты, пошел, понимаешь, на нормальную насколько работу. Насколько ж тебя унижали а в школе, работать. Господи. Да. Насколько ж тебя реально унижали, вот, блядь, господи. Все, да, аргументы, блядь. Вот, ничего не макали цепляет. Макали в унитаз, да? Обидно, крепко. Дура, обидно. Крепко, да? Крепко прямо макали в унитаз. Дура, ты понимаешь, ты просто реально тупая звонилка. Ты работающий рот. Нет, это почему твоя мать. Тобой должны здороваться, блядь? Да скажи сам такой. Слышишь, я а ты сколько зарабатываешь? Твоя ты мать запойная, понимаешь? Должна была хоть как-то сделать из тебя человека. Ну, ой, смешно, истерика, да? Ай, блядь, истерика у звонилки, да. Нет, это смех, дурачок. Ты не слышишь, не отвечаешь, да? Нет, это истерика, понимаешь, у тебя, блядь, да. Смех. Смешно, да, тебе, когда... За твою маму запоину что-то рассказывай, тебе смешно, да? Когда такие лохи там... Да, я понял, блядь, я понял. У тебя же мамы нет, я ж пидор высрал. Поэтому, мама, ты смеешься, да? Ты маму потерял, да? Ты мне скажи, блядь. Ой, вот что с тобой случилось, блядь, понимаешь? Ущербно. Дура, вот что с тобой случилось, ущербно. Блядь, в жизни, что ты пошел ртом работать, блядь? Вот ты телефонистка. Ты звонишь, клячешь уважение. Хлопцы, менеджер Сэм спалюют. Алло, Артур, здравствуйте. Слушаю вас. Меня зовут Вадим Одинцов, я финансовый специалист. Вы интересовались заработком, верно? Еще раз, как зовут? Вадим Одинцов. А где я интересовался? Газпром. А, ну тест проходил, да, было дело. Да, отлично. Давайте тогда немного познакомимся с вами для начала. Я подберу для вас лучшие условия, и тогда уже скажу, как мы будем работать. Договорились? О, слушаю вас. Скажите, вы ранее вообще как-то пробовали зарабатывать в интернете? В интернете? Что вы имеете в виду в интернете? Ну, просто в интернете как-то пробовали? Нет, просто в интернете не пробовал. А не просто? Вы можете чуть конкретнее вопросы задавать? Что-то не совсем понимаю вас. В смысле, а не просто? Ну, вы же сказали, просто в интернете не зарабатывал. Значит, было какое-то непросто? Было вообще никакого. Все, теперь понял. Хорошо. В принципе, какие-то проблемы у вас есть? Нет, а у вас? Нет, а у вас? Я уже ответил. А, хорошо, спасибо. Вы немного так относитесь ко мне, как будто я вам навязываю вопросы какие-то. Ну, я считаю, я считаю, что это странные вопросы. Был бы, зарабатывал ли я в интернете, на Авито, да, что-то про... Вообще, к чему эти вопросы, если... Меня интересует фондовый рынок и акции компании. Вы для чего мне это спрашиваете? Какой-то бред. Бред какой-то я спрашиваю, считаете, да? Я считаю, да. Хорошо. Хорошо, если у вас проблемы с банками и у вас заблокированы карты, как вы будете сотрудничать? У меня нет проблем с банками. Так почему это странный вопрос? Ну, голос повышать не надо, у вас сейчас сосудик лопнет. Вы чё? Так вы же повышаете на меня голос. Я повышал на вас. Я на вас абсолютно не повышал. Я опустился до вашего уровня, чтобы вы меня слышали, понимали? Да, ну... Я до вашего опуститься никак не смогу, да. В том не работаю, поэтому... А вы опустились, да. Я не понимаю, с какой целью вы оставили заявку, если вы так относитесь к этому? К чему к этому? Конкретно ко мне, к специалисту от этой компании. Вот так вот конкретно к вам, вы ведите себя адекватно. Я оставил заявку инвестировать. Нет, вы начинаете кривляться. Вы что, вы клоун какой-то. Чего вы кривляете? Я с вами спокойно говорил. Вы начали просто, типа, зачем эти вопросы, к чему они и так далее. Да, вы должны, если вы задаете, вы должны пояснять. Вы менеджер на обзоне сидите. Вы оказываете услугу. Я буду вам пояснять, кто вы мне такой, чтобы я вам пояснял за что-то. Вопросы, которые вы задаете, в смысле, за что-то. Вы где-то отбывали. Что вы имеете в виду, за что-то так пояснял? Да. Понятно, как все с вами. Ну, понятно, да. Газпромом там и не пахнет. Вы побираетесь? Вы кто такие? Полцентр какой-то? Да. То, что вы услышали. Повторите, я не услышал.
Повторю, вы подбираетесь, так лучше слышно. Потише, потише. Чего вы повышаете голос? А вы такой, вы такой ранимый, терпите. Вы успокойтесь, успокойтесь, молодой человек. Чего вы такой нервный? Вам что, жена не дает или что? Или кофе, или не выспались? Чего вы такой нервный? Ну, я вижу, смотрю, вы расслаблены. Или у вас детская травма какая-то? Детская травма. Ну, я же смотрю, что у вас видно все. Вы спокойны. Вам муж дал. Да, я спокойный. Отчим вас носил. Все прекрасно. Да, все было хорошо. Воспоминания. Воспоминания. Видимо, у вас все плохо было. Греет, да? Вам душу. Ничего. Чего вы такой агрессивный? Чего вы решили, что я агрессивный? Я спрашиваю, кто... Мой дешевый. Кто вы такие? Я сказал, Газпромбанк. Газпром, вы в этом уверены? Да, вполне. Не, вот такое не может тело сидеть в Газпромбанке невменяемое, которое кривляется, ходит. Тело? Почему? Ну, невменяемое, объясните. Ну, потому что. Потому что сотрудник Газпромбанка не будет кривляться и тому подобное. Почему? То есть вы... Хорошо, давайте тогда на официальную. Смотрите, в первую очередь я вам пытаюсь объяснить, что мы с вами говорим нормально, но вы почему-то вот так вот со мной общаетесь. Вы для начала представьтесь, кто вы. Я представлялся, когда я вам звонил. Угу, да? Зачем вы агрессируете? Зачем? Что зачем? Микрофончик не надо выключать. Вы клоуны там реально какие-то? Ну, видите, как вы общаетесь с официальным лицом Газпромбанка. В данный момент давайте... Я спрашиваю, представляться надо, если гарнитуру взял, надо представиться. Со мной не общайтесь так. Я в данный момент записываю этот разговор для того, чтобы... Я спрашиваю, животное, кто вообще есть? Зачем-то выхватило гарнитуру? Поэтому вам в данный момент... Блядь, что ты троишь, дура, успокойся. Написано? Да тебе будет напиться. Ты кто такой? Ну ты представься, ты, смотри, ты влез в разговор. Ты что думаешь, блядь, непонятно, что голос другой. Ты вообще, что ли, невменяемый? Или ты дура, реально, завершенная? Кто ты такой? Ты представься. Что ты хихикаешь? Газпром. Все, успокоился. Ну что ты дышишь ноздрями, блядь, как лошадь? А что ты на ты перешел, дура? Ты должен быть стрессоустойчивый. Я спрашиваю, кто ты такой? Зачем ты влез в разговор? Кто ты? Представь. Успокоился? Представляйся. Успокоился? Представляйся, дура. Успокоился? Представляйся. Ты тупой, ты, блядь, не слышишь вопроса? Ты успокоился? Чего ты так дышишь, как лошадь, блядь, ноздрями? Успокойся, я не ты хочу успокоился. Тебя обидеть. Успокоился? Не, а чего ты так дышишь? Еще раз тебя скажи. Тебя обидели. Еще раз скажи, но дура, ты же блядь. Нервный, ты же кричишь, истеришь. Я спрашиваю. Кто ты такой? Представь. Как тебя зовут, дура? Кто ты? Микрофончик включай, представляйся. Да помолчи. Не с тобой разговариваю. Дура, представляйся. Газпромбанк, блядь. Слышь, животные, я не подаю. Че, колл-центр какой-то? Попрошайничаете. Зачем рекламку Газпрома делаете? Кто вы такие, животные? Ты долбоеб. Долбоеб твой дед. Да я это помню. Че ты забыл? Ты долбоеб. Дура, представься. Ты долбоеб. Еще раз спроси. Вытащи изо рта, что тебе мешает, и внятно вопрос задай. Внятно. Ты долбоеб? Еще раз. Гарнитуру глубже, до глаз. Понял. Хлопцы, менеджер Сэм, спалю ют. Ой, блядь, я твою мать трахал, деда да твоего трахал, ты? Отца трахал, блядь, говно. Да, вот, подгорело, кидал, дура. Блядь, на них. Да. Газпром, блядь. Дура, сколько на Газпроме, дура, сколько на Газпроме проебал бабок, что ты, блядь, так реагируешь? Дура, сын дура, собаки, я проебать не могу, понимаешь, потому что я мочать знаю. Ты проебчик. Да. Ты проебчик. А вот ты дура, блядь, жизненная, блядь, проебчик по жизни, потому что ты ртом работаешь, подняешь. Да, мать твою трохал, да, мать ну, твою мама. Трахал. Мама больная тема, очень насиловал, да? Я понимаю. Слушай, а каком блядь твоему, тебя в каком классе первый раз обоссали, а? Ой, у тебя фамилия смешная, блядь, над тобой издевались. Что с тобой случилось? Вот ты сидишь, блядь, дура, кривляешься. Думаешь, что-то поверишь, что ты Газпром. Ну, ты же поверила, сразу заявку. Поверила, сразу заявку, да. Прикинь, да. Чтоб ты мне, дура, позвонила, да?
А я просто... Если бы тебя обосрались над головой? Не, дура, чтобы я тебя обоссал, сделал контент над тобой. Куда ты обоссал? Кого ты обоссал? Чем ты будешь обсыкать, блядь, нахуй? У тебя ж хуя нету, блядь. Да что ты? Что ты? Да что ты? Ты ж как баба выросла, блядь. Да. Ты мне свою жизнь не рассказывай, блядь. Вот ты выросла как баба. Блядь, ты только стрелки умеешь кидать, блядь, ты будешь аргументировать что-то? Или ты просто вкидываешь воздух, блядь? Понимаешь, блядь? Ну, ты видишь, ты не можешь без аргументов что-то сказать. Ты ртом работаешь, какой аргумент? Ты изначально, понимаешь, ты изначально калечный, ты просто фуфломет. Ага. Что-то как? Есть аргументы? А ты долбоёб? Ага, скажи сам такой, а ты кто, блядь? Алло, Артур, здравствуйте. Слушаю вас. Меня зовут Александр. Звоню вам касаемо оставленной вами заявки по дополнительному заработку. Компания «Газпром», вы регистрацию проходили, верно? Да, тест проходил касаемо финансовый тест от «Газпрома», да. Что? Кого позвать? Тест проходил от «Газпрома» финансовый, да. Да, тем самым регистрацию прошли, супер. Ну. Хорошо. В первую очередь давайте начнем с небольшого знакомства. Да, по регламенту нашей компании мне необходимо знать, сколько вам полных лет и какое у вас гражданство. Мне 36, пока Россия. Пока Российская Федерация. А что планируете сменить? У меня гражданство Российской Федерации. Да, сейчас слушаю. Супер. Хорошо. Артур, вообще ранее двойные гражданства имели? Нет, ранее не имел. Все, супер, хорошо. Вообще, что такое инвестиции, как это работает, понимаете? И какой-либо опыт в сфере инвестиций у вас ранее был? Что вы имеете в виду опыт? Занимались ли ранее инвестированием? Квартиру покупал, чтобы сдавать инвестиции? В принципе, да. Принцип работы похож. Прекрасно. Хорошо. Супер. А вообще вы сами где... Вообще так, в институте лучше. Преподавали биржевое дело. Я знаю, что почем. Что там с рынками происходит. Такое. Хорошо. По мелочи. Хорошо. Угу. Хорошо. Да. А вообще вот сами где работаете, чем занимаетесь? Коммерческая деятельность. Коммерческая деятельность, хорошо. Артур, а сколько удается зарабатывать ежемесячно? Нормально удается. Я думаю, вам информация не нужна. Нормально, хорошо. Ну, наверняка оставили заявку, потому что хотели бы иметь какой-либо дополнительный источник дохода, правильно? Нет, неправильно. А с какой целью хотели бы зарабатывать дополнительно перенести? Я уже озвучивал, потому что я уже заработал инвестировать в ценные бумаги. Хорошо. Давайте тогда буду вообще объяснять то, как к работе приступить и что вообще для этого нужно. То есть, насколько я понимаю, вы человек грамотный, образованный и знаете, что такое финансовый рынок, биржа, правильно? Ну, более-менее. Суп. Как это работает, тоже понимаете. Отлично. Смотрите, наша компания, она работает с четырьмя направлениями основными. Это криптовалюта, это валюта, это товары и сырье и это ценные бумаги. Это четыре основные направления, вот на которых вы и будете зарабатывать. Давайте, стоп, давайте остановимся. А вы брокерская компания? Нет, не брокерская. А какая вы компания? Компания, это платформа инвестиционная, Газпром Инвест Холдинг. Мы не являемся компанией брокерской. То есть вы торгуете самостоятельно. А вас не смущает, что у компании Газпром Инвест Холдинг есть брокерская лицензия? У нее только с лицензией, вы можете на сайте посмотреть. Да, у нее есть на сайте открыть брокерская просто лицензия. Открыть просто, взять и посмотреть. Да, ради бога, так, смотрим. Газпром Инвест Холдинг. Прям при вас. Конечно, давайте. Угу. Да. А вы. Вы менеджер просто, да? Да. Угу. Ну так а зачем вы, не зная информации, начинаете что-то утверждать? В смысле, не знаю информации. Я работаю более 6 лет. Да, серьезно? И вы не знаете, что компания «Газпром Инвест Холдинг» есть брокерская лицензия? Это не брокерская лицензия. Наша компания не является брокерской компанией. Деньги под ваш контроль никто не берет, никто не торгует на ваши средства. Смотрим, зашло о компании, лицензии и сертификаты. Так, открываем 4 лицензии. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг. Читай дальше. Конечно, читайте. Угу. Лицензия, выданная 2021 годом на осуществление брокерской деятельности. А что ж ты робишь?